Здрасте. Именинника покажите. Именинник, в парк миниатюр приехали. Угу. Да? Нет, правее. Кто-то кричит там уже. Сейчас будем искать вход. Большая очередь. Понятно, за билетами или вход. А, и билеты, и вход. Все. Будем брать билеты. Фух, прорвались. Большой только. Бен Аффлек. Я Бен Аффлека увидел. Слушай, тут все вперемешку, да, и советские мультики, и голливудские. Уберут Бэтмена. Уберут? Где Леопольд? А, я не увидел. Ой, а знаешь, когда мы посадим на их сетка сверху и сфоткаем? Давай. Смотри, для Зунского. Это котик. Давай папа даст хорошо, потому что девочка не достанет. На, на тебя орешек. Это все нормально. Пойдем дальше? Дальше. Ну что, пойдем дальше? Вот, лимон, видишь? Это лимон. Ха-ха!
Козюли, козюли, козюли. Макс, смотри, козюли. А? Орел белоголовый. А, нет, это не орел. Птица. Сопа. Вы дали орешек. Смотрите, иди сюда. Вот это орешек. Макс, птички. Смотри такой. Мне кажется, это может крымские какие-то раненые, знаешь, или кого-то. Почему в ту? Не знаю, потому что мы по этой стороне шли. Ну давай. А это кто? Мы с этой стороны не посмотрели, Лер. Ну там же маленькие лемурчики были за стеклом, да. Да. Макс, смотри, как близко птичка. Смотри. Я даже не знаю, что он есть. Ну, он попкорн есть. Смотри. Смотри, какая штука. Макс, смотри. Дикобраз. Вот он, смотри. Куда поднять? А ну, вот что такое. Маленький дикобраз. Ой, свинки. Смотри, морские свинки. Я говорю, давайте в тень отойдем. Макс, нравится? Макс. Кися. Кися. Лев. А, это тупик. Успевает за это. Это, конечно, такой маленький бассейн для такого бегемота. Нет, все, следующее посещение вы сами поедете в зоопарк. Привет!
Мам, смотри. Ну, видео. Вот сейчас здесь, вы, наверное, смотрите. Да сдавай, мужик, он сейчас здесь. Смотри, смотри. Смотри, сейчас вот тут голова ездит. О, смотри, какая. Большая, да? Я вот тоже нырнулся. Как она? Жарко так. Я боюсь. А так она тебя не достанет. Помнишь? Давай, где она? Я сейчас еще раз вырежу. Ой, какая большая, да? Ну, смотри, не сильно большой, да? Проще. Все, пойдем дальше. Почему они не улетают? Подрезанные шинки, да? Ой, мы такого видели, да? Да. На этом, на Арабатской стрелке. А, кстати, да, по-моему, похожий вот был. Такой вот был. Ну, похожий. Это нутрии? Это нутрии. Которых едят? Угу. Но мы их не будем есть, да? Нет. Крысы. Большие. Сейчас вырежет этот, заберет телефон, будет селфи делать. Прикольно. Зубы желтые. Как у меня? Смотри, Маша. Здрасте. Олень. Олень. Красивый. Еще раз. А не было на входе ничего. Если хочешь, можно пойти купить. Покормим. Ну вот, по прямой сейчас выйдем туда. Привет. Ну пойдем купим что-нибудь поесть. А разве? По-моему, нет. Он показывал, где квас. Да? Ну давай уже пройдем из чего брата. Ой, здрасте. Ой, боже мой. Что? Ну, могут, да. Пока-пока. Мам, слюни. Ничего страшного. Слушай, здоровый. У нас, по-моему, меньше были. Хотя я думаю, что это может один из... Что? Он думает, что он... Думает, что он верблюд? Бэ! Да не сы, давай хватай с собой и пошел.
Ты эту хочешь, да? Да. Вообще не. Ты повесь его, например, в пол. Чтоб ты понимал, сколько он падает. Знаешь? Нет, ты повесь не говорю. Как кофе? Макс! Не хочешь смотреть? Не стой, ты не убегай. Это пони, маленькие пони. Это пони, да? Не признал. А это шовца. Это те, которых держат на... Ну, короче, у них попы большие, а специальные. Это был, нет, это именно овца у них, это порода какая-то. Она уже искусственно выведена. О, пони! Пони, пони. Макс, обезьянки. Вам нравятся обезьянки? Ух ты! Да не страшно, красиво. Волнуйся сама. Резко не дергай, как плавно оно. Как получается, прости, коляску веду и эту. О, это эти, по-моему, выпь называется. Плохо не, ну, эти таблички через раз вообще везде. Непонятно, кто это. А, нет, это цапельки, которые по воде, знаешь, так ходят по кувшинкам. И у них детки вот так вот по кувшинкам тоже ходят. Да, 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 помнишь, мы смотрели про них? Цапельки какой-то. Ну, странно, что не подписано действительно. Давай я сниму тебя, Макс. Пенечек. Обезьяны большие. Сначала эту сторону посмотрим. Еще как интересно. Ну давайте по этой. Да. Цесарки. Цесарки.
Макси, голова мокрая. О, Макс, я знаю, кто тебе, вон голуби твои любимые. Только колированные. Ну, будешь вырезать, я потому что не прерываюсь. Хорошо. Я не прерываюсь, да, Максим? Смотри, вон красивые, это кто это такие? Фазаны, наверное. Падуан Самоа. Ну, это вот эти вот курочки, а это, по-моему, фазан. Выведены тоже. А вон, смотри, голуби. Вон, видишь? Мохнатые, глянь, какие красивые. А этот, это фазаны, я надеюсь. Обычный классический? А, фазан, да. Фазан золотой. Классический? Ну да. Как у нас? Ну вот по полю такие бегают. Это мальчики. У них девочки страшненькие. Как их? О. В реальном жизни. Да. Ой. Зебра, да? Боится. Сними. А что снять? А, да, бесится. Боится, да? Не знаю, что боится, но не нравится ему. Ой, извините. Тык-тык-тык-тык. Дай пить мне бату. Да, Макс? Прикольно. Сова. А, это филин, да. Филин. Вон, филин там большой, не слышишь, какой. Угу, крупненький. Это эти полярные, наверное, сова. Если ты будешь так нудить, тебя не туда поеду. Не пропустят. Туда пускают только взрослые. А, кстати, по-моему, это вот туда. Кролики вообще. Ветер. Этот вообще живет возле трансформаторной будки. Ой. Что, выселили? Провинился, видимо. Не, ну это вообще какой-то зашквар, по-моему. Они плюются. Привет. Thank you.
Ты добрый? Я у Макса спрашиваю. Давай, по-моему, мангуст. Да. Смотри, какой это. Ну такие они смешные. Ну, смотри, верблюд едет хоть хуй. Скривился, воняет. Воняет? Макс, смотри, какой верблюд. Правосторонний или левосторонний? Не знаю. Смотри, какой большой, да? Верблюд. Еноты не совсем чистоплотные, да? Да, это просто их убирать не получается. Ты специально сюда его, да? Ну, конечно. Ты сказал, отойди? Ты их приди, не халят. Макс, ты хватит заливать это на ерунду. Совсем. Это бесполезно, он живет. Да лучше не надо. Положила в карман телефон, не ходи и слушай, и сделай. Дай сказать, фоткай его, дай сказать. Да, сейчас. Да, ну это подлинно. Привет. Теленочек. Ну, поддержишь колясочку? А, к ним зайти можно, да, судя по всему? Свинки, смотри, маленькие, Максим, свинки! Он не видит их. Смотри, какие малюсики. Мы ничего плохого не делаем. Вот ее он увидел. А те слишком мелкие для... Да иди нормально, что он ничего тебе не сделает. Загнем с дикими свиньями. Куда самая мама? Она ударила маленького, нормально? Thank you.
Бобер, курва. Это Лейла, девочка. Я ее с Воронежского цирка принес. Пандемия началась, цирк закрыли. Нет, пошли. Ник, за ним бегать не будем. Иди сюда. Смотри. Да, что это такое? Здрасте. Тут нет такого.
и все.